Шкодики такие. Шкодики. Сыночек, они корм кушают. Это Васька сделал. Мы вышли вот сюда. Угу, угу. И смотри, там видовая площадка красивая. Группировочка Z. Боже, какой красавчик. Елисей, загружайся. Экипаж приехал. Что там под нами? Под нами. Вон. Под нами. Глянь, какие они классные. Привет! Впервые вижу таких больших. Привет! Лежать. Опа, встал. Жизнь. Красивая место, да? Боже, я думала, они не есть. Да, съедят и не заметят. Не потасканы, да, Лев? Мама, красавчики. Красавчик, смотри, какой. Группировочка Z. Четвером, да. Так, что происходит? Покажите. Вот, держите. Кто съест, тот молодец. Ну чего ты дождался бы? Да повернитесь. Кушай. Да нет. На. Держите. Кушай. Кусай. Ой, бегает прикольно. Кто такое? Спасибо, сказал за комплимент. Привет. Как тебя зовут? Елисей Алексеевич, где мы находимся? Покажите. Мы находимся сейчас. Мы находимся вот тут. Вы думаете, да? Вы считаете, что мы здесь находимся? Белый тигр. Понятно. Хорошо. Идемте дальше. Елисей, пойдем. Мы вышли вот сюда. Угу. И смотри, там видовая площадка красивая. Там должны быть эти, как его?
Ничего себе. Тут точно, может быть, крокодила собираются завести. Так, ну все, природу мы потом посмотрим. Пошлите животных кормить. Тут пеликаны должны быть. Железо. Железа не хватает. Хищник. Это нога того, кого надо нога. Как вы с Дашкой? Да? Они когда играют, они развиваются. Это две девочки. Уложил. Это пацаны сто пудов. А где мамка ваша? В другой клетке. Ой, привет. Мамка молоком откормила и все, и расселились. Дай пальчик. И глаза красивые. Дай пальчик, да? Какой ты красивый. Тебя бы обнять, ба. Угу. Он тебя тоже бы обнял и что-нибудь обглодал. Пляшки мои, да? Да. О, еще один бежит. Смотри. Ты. Это уже от обычной. Да, это уже обычный. Привет. Ты красивый. Уже поцарапанный. Неуклюзый. Холодно слону, да? Убежал. Миша, привет. Вот смотри, живет. Сейчас что-то сделает. Да где же он маленький? В каком месте он маленький? В каком он месте маленький, мама? Несчастье. Так. Витамины, сладенько, витамины. Ну, он обычно забирает. А это, смотри, морковку погрызла и выкинула. Она захотела красненькую. Скажи, маме, дай я принесу. Дай им, да. Не бойся, он маленький. Я хочу себе такую маленькую. Не достаешь? Ну, сейчас, я дам. Руки с лёта. Иди, тебе дадим, папаша. Давай мы обезьяну себе заведем. Да. У нас уже есть. У нас уже есть одна. Две. Нет, я не обезьяна. Это что? Он может съесть. Вот это да. Красивый. А он один? Ему не скучно. Шкодики такие. Шкодики. Мотик, они корм кушают. Это Васька здесь. Давай, это. Сейчас даем это. Давай, делай. Делай. Делай.
Сейчас только столик. Давай. Я сейчас подлиннее возьму. Не хочет, а не хочет. Ой, такой зайка. Такое не кушаешь, да? Делай. Можно я? Да, дай. Вы кусаете? Да он не берет. У него лапы не получается взять. Ну на, я тебе в рот даю, а ты... Не, они не едят. Жирафы, вы где? И тут гуляют эти птицы все свободно. Бах, и спряталась. Напугала. Чем пугаешь? Вот это у нее ласты. Почему она так смотрит, как будто сейчас напрыгнуть в нас собирается? Ты не добрая. Капибара. Но они могут по мизинчику отвалить. А здесь тоже. Рублей штука. Боже, какой красавчик. Совсем не то, да? Чем как в цирке. Папа, можно на воду? Да мы сейчас чебурек поедем туда. Вот это банда. Ты смотри, не это. Папа, смотри. Я понимаю, бедненький. Вижу. Все, дай мне подержать. На, бери. Держи его. Только не за лапки. За лапки он много. Был цыпленок? Бери его, поднимай. Не надо. Ну все, ну папа, ты что, девушка? Ладошку и вот так. Нет, не берешь его взрывать? Даш, лучше не надо. Да, ты знаешь, Леша, когда все это едят? Кто не едет? Рысь их не ест? Потому что у них разные среды обитания. Нет, она... Чем вам понравился зоопарк Тайга? Мне понравились дикобразы. Хорошая погода. Хорошая погода. Да, погода, когда вот такая пасмурная, тут вообще очень приятно. Очень удивили большие львы, львицы. Они такие красивые. Слоны добрые. Я думала, они в дикой природе намного меньше, но они громадные. Львы и очень большие животные. И слоны.
Еще понравились птенцы. Можно руками потрогать. И бегают такие. По-моему, нельзя. И на обед прихватить. Так, все, нас бить пытаются. Ну все, приезжайте в тайга. Ура! На таких вот самокатах, электросамокатах. А мы ножками. А мы заплывем в Белогорск.